Jona Nitras, Польша. Оценка Иоанны Митраши с Польши 27,75 балла. Финал продолжит Мелитина Станюта, Беларусь. Мелитина Станюта, Беларусь. Оценка Мелитины Станюта, Беларусь 27,2 балла. Финал продолжит Анна Алябьева, Казахстан. Thank you.
Анна Алябьева, Казахстан. Оценка гимнастки из Казахстана Анны Алябьевой 28,075 балла. На площадку приглашается Алина Максименко, Украина. Алина Максименко, Украина. Оценка Алины Максименко, Украина, 28,15 балла. Финал продолжает Дельфин Леду, Франция. Thank you.
Дельфин Леду, Франция. Score for Delphine Ledo, France, 25.8 балла, оценка гимнастки из Франции. На площадку приглашается Дарья Дмитриева, Россия. Дарья Дмитриева, Россия. Оценка Дарьи Дмитриевой 29.05 балла. Финал продолжит Любовь Черкашина, Беларусь. Thank you.
Любовь Черкашина, Беларусь. Оценка Любовь Черкашиной, Беларусь, 28,85 балла. Финал упражнений с мячом завершает Евгения Канаева, Россия. Евгения Канаева, Россия. Завершен финал упражнения с мячом. 12 часов 40 минут. Стартует финал в групповом упражнении. 3 ленты, 2 обруча и затем еще 2 финала в индивидуальной программе. Булавы и лента. В 14:20 церемония награждения и церемония закрытия соревнований. Итак, оценка Евгении Канаевой, Россия, 29,125 балла. В соревнованиях Кубка мира объявляется небольшой перерыв, 12:40 на площадке финал в групповом упражнении. И обращаем внимание, участниц соревнований в финальном параде в 14:20 принимают участие все гимнастки. Построение парада.